Варя, ты что такое? Я один раз здесь видела этот, как его, центр дизель приехала. Мы начинаем новый чудо-репортаж. Сегодня главный герой нашего телерепортажа Александра. Максимовна. Алексеевна. Алексеевна. Так идет спить уже. Наталья Львовна. Мария Олеговна. Максим Борисович. Максим Борисович. Собственной персоной. До свидания. Даже любите таких, не попадает в нашу песочку? Пока нет. Хотя ты дождь ведь к вам не попадает? Разлучка к вам. Да. Мы тогда уже всем летом сюда ходили. В жаре. Да? Да. Когда она маленькая была? Да, совсем она малышка была. А там на лавочке? Да, да. Еще кормил, кажется, ее. Да. А, точно. Красивые огромные деревья здесь. Да. Я вот теперь тут у этих. О, у меня. Молодец какая. Я когда была молодая, мне очень... О, мне прям жмут качели. Мне качели жмут. Вам малые они просто. Малые. Сашунь, ну как ты? Кач, 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 танцпол, 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 ля-ля-ля. Так, подножки смотрю. Так, так. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой! Да я с ней похожу, что? Все в порядке. Что? Похожу, похожу, конечно. Сашунь, пойдем походим, Саш. Попенция.
эмоций. Не, ну ей как бы интересно. Главное ведро. Не, ну такая же у нее как бы. А есть большие еще такие веревки, они короче получаются. Это прям с таким веревком продаются, да? И ты сам делал? Не, веревки отдельно продавались. Но есть разные, я попросил маленькие. Ну, потому что мы начинающие. Клоуны. Хорошо, что ты не видишь. Я страхи ее. Ну вон мальчишки идут к тебе. Я Макс выключу, а то родители... Как будто там что-то такое, да, горизонт какой-то светлее. Да, это просто этот ангар. А это ангар? Угу. А такое ощущение, как будто озеро какое-то. Я сос все путаю. Ты меня что фотографировала?